Окружному сборному пункту в Пытьяхе исполняется в этом году 20 лет. Именно сюда прибывают призывники со всего региона, откуда затем отправляются к местам несения службы. Сборный пункт работает с 1998 года. Призывники размещались в арочнике металлическом. Двухъярусные кровати, и когда минус 15, то в арочнике было только плюс 5. Сейчас же все условия вообще комфортные и отличные. Даже на сегодняшний день. Вскоре эти условия будут еще лучше. Ведется большое строительство, по окончании которого югорский сборный пункт, пожалуй, станет одним из лучших в стране. Вот сейчас идет строительство административного корпуса, гостиницы, столовой, спортивного комплекса. И вообще сборный пункт расцветет Ханты-Мансийского автономного округа. Из года в год оно идет улучшение, но это уже будет как бы завершение серьезное. К прибытию призывников готова и столовая. Она была построена как пункт питания для местного санатория, но затем была перепрофилирована. Здесь будущим солдатам предлагают трехразовое питание. На весенне-летнюю призывную кампанию меню уже готово. Понедельник, на завтрак, масло коровье, яйцо вареное, поливитамин. Оладьи из печени с соусом, каша гречневая рассыпчатая, дополнительно огурчик консервированный. Это первое мясное блюдо. Второе, чахохбили из курицы с соусом, рожки откидные, помидоры маринованные. На напиток кофе натурально растворимый с сахаром, молоко цельное сгущенное, хлебушек, масло коровье сливочное, кекс, карамель леденцовая. В Югре сегодня один из самых высоких рейтингов в стране по такому показателю, как конкурс на одно место. На одно вакантное звание солдата почти 7 желающих. Все больше и больше призывников с большим желанием идут служить. Это, скорее всего, связано с тем, с модернизацией вооружения, которое сейчас происходит, требования, которые предъявляются к вооружению, потому что на этой технике должны работать люди уже образованные. Часть ребят после прохождения срочной службы принимают решение устраиваться в армию по контракту. Год назад из Югры в военные части нашей страны отправились почти 1500 человек. Подавляющее большинство довольны тем, как проходит служба. В основном, да, за исключением двух, которые комиссованы были, все. Остальные ребята с удовольствием, потому что мы контактируем с родителями. Через родителей и ребят я узнаю. То есть мы в контакте всегда, мы знаем, где наши ребята служат, и мы контактируем. В окружном сборном пункте пока идет подготовка к приему призывников. Сегодня работа началась в местных военкоматах. Первые группы будущих солдат прибудут в Пытьях в конце апреля, начале мая. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.